Любовь к России и ее народу на практике демонстрировали 13 команд из разных уголков региона. В финале конкурса «Я гражданин России». Перед членами жюри ребята защищали разработанные проекты, старались убедить, насколько затронутые ими темы социально важны и нужны. Эти проекты направлены на патриотическое воспитание молодежи, поддержку старшего поколения. В 95-летие губернии практически все проекты связаны с историей нашего Ивановского края. К тому же имеются проекты, посвященные 70-летию Сталинградской битвы, что не так же актуально, и проекты, связанные с безопасностью детей, безопасностью дорожного движения. Если одним школам ближе темы прошлого, другие делают ставку на настоящее и будущее. Например, ребята из Фурманова разработали проект «Учиться никогда не поздно». В своем городе они обучают пенсионеров работать на компьютерах. Сложности – выход в интернет. То есть, вот, особенно когда приходят новенькие люди, пожилые, они вот не знают, как включать компьютер, как выключать, создавать папки не умеют. То есть вот в этом сложность проекта. Мечта у участников и организаторов одна – пробиться в финал всероссийского конкурса и представить свои наработки широкой общественности. Ведь федеральный уровень – это почет, уважение и финансирование. Чтобы внедрить проекты в жизнь, необходимы серьезные денежные вливания. За 13 лет существования конкурса ивановцам пробиться в финал еще не удавалось. Может быть, получится в этот раз. Ребята сделали для этого все возможное. Решение за столичным жюри. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.